Уже с Казгани за полицейского вступились родственники и коллеги. Стражу порядка отправили в тюрьму на 5 лет за то, что он пытался утихомирить буйного водителя. Пьяный шофер облил офицера мочой и получил в ответ оплеуху. Суд разглядел в этом эпизоде превышение должностных полномочий и приговорил полицейского к заключению. Малдир Егебекова еще не верит в случившееся. Ее супруга, молодого сержанта полиции, арестовали прямо в зале суда. 5 годам колонии его приговорили за оплеуху пьяному водителю, оскорбившему инспектора. Он просто пощечине ударил и все. Это уже доказуемо все. Нету там никаких телесных повреждений. Просто он защищал честь мундира, как говорится. Свою честь. Инцидент произошел зимой. Инспекторы с трудом остановили вилявшую на дороге машину. Говорят, водитель сначала не останавливался, затем отказывался выходить и предъявлять документы. Его кое-как уговорили, вышел там, приехал другой офицер, командир роты. Он в нем опознал бывшего сотрудника. Понимаете, и тогда он вышел. Но он на отказ пошел, не пожелал сесть в машину. В наркодиспансерии, где подтвердилась средняя степень опьянения водителя, он продолжил свое выступление. Отказывался проходить необходимые процедуры, кричал и оскорблял сотрудников. Так что первую пощечину заработал от врача. За 40-летний стаж работы, признается Сеид Жакаев, такого пациента у него еще не было. Такого подонка я не видел. Такого поразительного, агрессивного человека я ни Европы, ни Казахстана не встречал. Он меня обматерил по-южанству. Мне пришел отреагировать его. Совсем разбушевавшийся пьяный водитель решился на серьезную провокацию. По дороге из процедурного в кабинет врача он вылил анализы прямо на инспектора. В ответ получил от сержанта оплеуху. Эти действия полицейского, прокурорами и судом были квалифицированы как превышение должностных полномочий с применением насилия. Обиженным водителем оказался бывший сотрудник того же УВД. Кайрат Елубаев был замешан в скандальных драках и не прошел аттестацию. Однако теперь он уверяет, что стал жертвой настоящего полицейско-врачебного заговора. Мужчина заявляет, что мочой никого не обливал. Там нету такого факта, что я ему прям в лицо плеснул. Люди оговаривают, что я ему в лицо кидал. Если я бы хотел, я бы вместе с банкой бы ему в лицо бы кинул бы. Но у меня такого умысла не было. Я просто проходил вот так. Однако полицейские уже насчитали как минимум 7 статей, которые Елубаев нарушил. Сейчас против него самого ведется досудебное расследование. А стоит ли 5 лет лишения свободы, эмоциональная реакция инспектора на оскорбление, теперь будет разбираться апелляционная коллегия областного суда. Ирина Вабищевич, Владимир Иванюк, 5 канал.